нашей трансляции. Это вице-президент Международной конфедерации пирамиды, наш суперэксперт Александр Пухленко. При том, что они почти ровесники, чуть-чуть постарше Алибек, Харов на бортах. Ох, как шикарно. Чужой. Есть чужой и возврат, возврат. Такой чужой. Отлично. Матчевым интервью с послематчевым интервью. Вот. Поэтому накануне никаких вопросов к Юрию Сагайдаку нет. Чё? Вот внизу под титром секунд, остальные по 35. И один раз за партию можно взять дополнительное время. Да о-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Вот она сама сказала в своем интервью. Много играет с нижними винтами. Два подхода Диана собрала необходимые 8 шаров. Такая ситуация. Ну, да. Посмотрим, ох, посмотрим. А с другой стороны, как это сделать, если Диана не дает? Так, подбой, подбой. Вот не задевать шара, не задевать формой шара. Не задел. Да, прокат вперед. У меня такое ощущение, что она иногда может и вообще без моста. Правую, можно влево. Шар будет чёт. Из-за спины это вот Андрей Шагаев, который здесь тоже присутствует на трибуне. Ох, вот так вот, два шара. Первый дабл. Да, подбой пирамиды. Вот вершили. Атака, атака. О-хо-хо-хо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ответил, ответил, да, даблом. Омаров. И с таким же щелчком. Три партии, но это никак уже не отыграть. Кстати, получается, сейчас Диане выгодно играть в отыгрыш. Покинуть в начальном ударе 4 из 5, 80%. Ну, может быть, не в этой партии. Пожалуйста. Ай-яй-яй. Ну это невозможно. И четко сыгрывает. Получается, потому что на этом турнире пара в вузе стояла. Одно дело было. Справляется, справляется, под планку забивает Алибек. Ну это просто, это супер матч. Да.